Основная задача проведения соревнований по плаванию – это привлечение к массовому спорту как можно большего числа детей. Совершенствование спортивного мастерства и моральных качеств обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни. Из нашего следующего сюжета вы узнаете о спортсменах, которые стали участниками районного первенства по плаванию. 17 мая в центре «Дельфин» города Видное проходило первенство Ленинского района по плаванию. Традиционное спортивное состязание ежегодно объединяет многих желающих посоревноваться. Участие в нем дает юным спортсменам возможность проявить себя, показать умения и навыки, познать победу и поражение. Сегодняшнее выступление мне понравилось, и я довольна своим результатом. Ну, мне это просто нравится. Люблю плавать очень. Наблюдать за пловцами было очень интересно. Соревновательный дух и стремление к победе выдавали себя на каждом из этапов первенства. Скажи, а участвовать в соревнованиях тебе нравится? Да, нравится. Ну, чем? Тем, что получаем места какие-нибудь, первое, второе или третье. Но главное – это не участие, а победа. На этот раз мастерство плавания показывали не только дети, но и взрослые. Они принимали участие в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, которая проходила в рамках 9-й спартакиады городских и сельских поселений Ленинского района. Великолепно. Побольше бы соревнований и почаще плавать. Да, вообще плавание вам что дает? Здоровье, счастье, удовольствие, радость вместе с семьей. Сергей – работник бассейна и обычно выступает в роли судьи соревнования, но в этот раз решил стать его участником. Все прекрасно, немножко сложновато, давно не выступал, но все здорово. Ну, нравится вообще здесь соревноваться? Конечно, родной бассейн, очень здорово все, в родной обстановке, очень много друзей, поэтому все классно. Большую поддержку спортсменам оказывали болельщики. Друзья и родственники не скупились на аплодисменты и не сдерживали эмоции. Скажите, за кого болеть? За Кутепову Ульяну, моя сестра. Сестра, да, и дочь моя младшая. Болеем за нее, очень переживаем. Надеемся, что победит. Так мы занимаемся в школе МГФСО московской. Здесь мы как приглашенные участники, да, были и победы, поэтому возлагаем на нее большие надежды. Итогом первенства по плаванию стали отличные результаты, также получение дипломов и огромное удовольствие. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.